Мерцательная аритмия – наиболее часто встречающееся нарушение сердечного ритма. В нормальном состоянии при каждом ударе сердца происходит последовательное сокращение его отделов – сначала предсердий, а затем желудочков. При мерцательной аритмии сокращения сердца становятся нерегулярными, неправильными. Сердце – это насос, качающий кровь по организму. При мерцательной аритмии кровь в сердце застаивается, и появляется риск образования тромбов, которые могут стать причиной инсульта. Из сердца тромб может отправиться по большому кругу кровообращения вверх, к головному мозгу. Достигнув самого узкого места, сосудов головного мозга, тромб не сможет продвигаться дальше, закупоривая собой сосуд. В результате часть мозга лишается кровообращения, нервные клетки перестают работать. Это и есть инсульт. Ранняя диагностика мерцательной аритмии и ее своевременное лечение могут снизить риск возникновения инсульта на 68%. Иногда мерцательная аритмия проходит без симптомов, однако большая часть пациентов жалуется на нерегулярное или слишком быстрое сердцебиение, головокружение, боль в груди, сердечный трепет и так далее. Мерцательная аритмия увеличивает риск возникновения инсульта в 5 раз. Именно поэтому необходима ее своевременная диагностика и лечение. Знайте о своих факторах риска. Следуйте советам своего врача. Пройдите исследование на мерцательную аритмию. Регулярно измеряйте свое артериальное давление. Это поможет вам предотвратить инсульт. Microlife. A partner for people, for life.